такая вот двухкомнатная квартира. Здесь у нас можно шкаф поставить. Далее здесь гардеробная. Окна выходят у нас на метро Скобелевская. Такая вот комната. Так, далее у нас проход в кухню-гостиную и спальню. Спальня правильной формы, квадратная, можно расположить шкаф и кровать. Окна у нас выходят из двух комнат, получается, во двор и одно на улицу. Также получается здесь под кондиционер. Так, это у нас кухня, гостиная, зона под кухню. Окна выходят у нас во двор. Корзина под кондиционер. Вот, обои у нас под покраску здесь. Это место под кондиционер. Так, у нас здесь спальня. Место под кондиционер. То окно выходит у нас на улицу. Вот. И два санузла. Достаточно просторные. Первый санузел установлен. Умывальник. И второй. Это получится основной санузел. Ламинат здесь 33-й. Такой высокопрочный. Керамомарацци плитка. Входная дверь. Щиток. Это лифтовой холл, на этаже, кстати, 4 квартиры, вот, что немаловажно. Один пассажирский, один грузовой лифт. Такая вот придомовая территория. Территория закрытая, две калитки с одной и с другой стороны. Здесь разноэтажный, чтобы свет всегда был во дворе. Очень удобно.